20 апреля в ТРК Европа состоится Европейский кубок фреш-стилиста 2013. Все-таки согласитесь, что стиль для женщин – это все. Она очень много времени уделяет своему образу, своему стилю. Вот идет девушка по городу, и сразу видно, реально она сегодня занималась своим стилем. Иногда, конечно, хочется повесить табличку «Осторожно окрашена», но все-таки. А вот 20 числа вы увидите, как профессионалы работают над настоящими моделями и создают очень красивые образы. Ну что, приступим к розыгрышу? Да. Посмотреть на это замечательное мероприятие. Работайте над своим стилем. Работайте.